Думали оставить катера возле этого института. Я пытался поговорить с их старшим, там зам какой-то дивизии был. Пока я с ним общался, поворачиваемся, этот долбоеб же какой-то из их типов, блядь, разбирает катер. Вот, блядь, просто на ровном месте. Да, ебанутый. Вообще, там, кстати, народ такой настолько пизданутый, что пускай посматривают за забором. И вообще пизданутый народ. Они, короче, мародеры сами у себя. Вообще, сброд, они, короче, люди, чтобы ты понимал, как сказал этот полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды, блядь, и проститутки, блядь, в мужском виде все.